Всем привет! По многочисленным просьбам сделала вам подборочку с моими собаками. Кому не интересно, выключаем видео. Ну а тем, кто остался, немного расскажу про них. Только сначала проверьте качество видео в настройках, а то YouTube занижает сейчас разрешение до 480. Видео не ускоряло, как есть. Порода тойтерьер. Первая у нас появилась Джесси. Это та, что без хвоста. Она уже с таким родилась. Мы ее купили в Москве удаленно и переслали мне ее службой Блаблакар. Она была с ладошку. Сейчас ей 3,5 года и весит 2,5 килограмма. Чтобы ей не было скучно, мы решили, что ей нужен друг. Сначала мы купили щенка-тойчика в соседнем городе. Приехали забирать, родителей нам не показали, в коридоре даже свет не включили, а я по незнанию взяла и купила. Потом дома разглядели, что щенок бракованный оказался, то есть у него была белая грудь и лапы, что недопустимо для собак с чепрачным окрасом. И так как я планирую хороших щенков от Джейски, то пришлось продать того щенка. Стала искать по области другого, на тот момент продаж все оказались бракованными, даже в соседних городах. Снова нашли далеко, в Московской области, в Коломне. Но уже поехали на машине. В 8 вечера выехали и в 8 утра вернулись только еще домой со щенком. До Москвы у нас 350 километров. Вот такой у нас дорогой и желанный ребенок получился. Это было год назад. Баксик тоже весит 2,5 килограмма. С тех пор у нас в доме живут настоящие энерджайзеры. Вы себе не представляете, сколько они радости приносят своим хозяевам. Процентов 90 моего смеха – это из-за них. Джеська, правда, у нас немного лысенькая, но ветеринарки сказали, радуйтесь, бывает и хуже. У них есть свой характер, часто ревнуют, умеют любить, бесятся круглыми сутками. На это без улыбки просто смотреть невозможно. Иногда так летают с кровати, что думаешь, не хрустнули бы у них лапки-спиченки. Игрушки раскиданы по всему дому, как будто у нас есть маленькие дети. Тапки и носки постоянно перемещаются, как будто у них есть ноги. Если вы все еще сомневаетесь, заводить ли в дом зверушку, не сомневайтесь, в ответ они вам подарят столько счастья, любви и радости, уж жалеть вы точно не будете. Все, что хотела, вам рассказала, вставлю музычку, посмотрите.
Ну а на сегодня у меня все. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо, пока-пока.